Их подвиг никогда не будет забыт. Он навсегда в сердцах потомков. В этом году, 9 мая, в стране отмечают 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. С первых дней ожесточенных боев сотни тысяч соотечественников добровольно отправились на фронт. За 4 года в республике были сформированы 12 стрелковых дивизий и 4 кавалерийских, 7 бригад и около 50 отдельных полков и батальонов. Всего на фронт из республики было мобилизовано около 1 миллиона 800 тысяч человек. Половина из них так и не вернулись домой. За проявленный героизм свыше 500 казахстанцев удостоены звания Герой Советского Союза. 110 награждены Орденом Славы 3 степеней. Их патриотизм и отвага всегда служат примером для подрастающего поколения. В честь праздника Великой Победы школьники Алматы несут почетный караул у Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Мы хотим этими мероприятиями показать нашим детям, что мир, дружба, толерантность – это святое. И только в мире Казахстан сможет процветать и идти вперед. Поэтому через 10-15 лет эти ребята будут руководить нашей страной. И вот они должны понимать, что всю трагичность любой войны и делать все для того, чтобы над Казахстаном было всегда чистое и мирное небо. Вот ради этого мы, наверное, живем и трудимся.